Послание к Титу, глава 1. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и по знанию истины, относящейся к благочестию. В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен. А в свое время явил свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего Бога, Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящийся обличать. Ибо есть много непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча чему не должно из постыдной корости. Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо, по сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Послание к Титу, глава 2. Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить. Не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сию говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Послание к Титу, глава 3. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга,
Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно. Я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком. Глупых же состязаний, родословий, споров и расприй о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зину, законника, и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Приветствуют тебя все, находящиеся со мною. Приветствуй любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь. Псалом 37. Псалом Давида. «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего. Нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем паник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя, и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни. А я как глухой не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал, да не восторжествуют надо мною враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно. И воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой». Книга пророка Иеремии, глава 4. «Если хочешь обратиться, Израиль, — говорит Господь, — ко мне обратись. И если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться. И будешь клясться, жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Объявите в Иудее и разгласите в Иерусалиме, и говорите, и трубите трубою по земле, взывайте громко и говорите: соберитесь и пойдем в укрепленные города». Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу от севера бедствие и великую гибель. Выходит лев из своей чащи, и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустынею. Города твои будут разорены, останутся без жителей.
«Посему припояшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас. И будет тот день, — говорит Господь, — замрет сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся священники, и изумятся пророки. И сказал я: о Господи Боже, неужели ты обольщал только народ сей Иерусалим, говоря: мир будет у вас, а между тем меч доходит до души? В то время сказано будет народу всему и Иерусалиму: жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего, не для веяния и не для очищения. И придет ко мне оттуда ветер сильнее сего, и я произнесу суд над ними. Вот поднимается он подобно облакам, и колесница его как вихрь, конь его быстрее орлов, горе нам, ибо мы будем разорены. Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли, ибо уже несется голос от Дана и гибельная весть с горы Ефремовой. Объявите народам, известите Иерусалим, что идут из дальней страны осаждающие и криками своими оглашают города Иудеи. Как сторожа полей, они обступают его кругом, ибо он возмутился против меня, говорит Господь. Пути твои и деяния твои причинили тебе это. От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего. Утроба моя, скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за бедою, вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои. Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы? Это от того, что народ мой глуп, не знает меня. Неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста. На небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись». Смотрю, и вот Кармил, пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Ибо так сказал Господь: вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Восплачет о сем земля, и небеса помрачатся вверху, потому что я сказал: я определил и не раскаюсь в том, и не отступлю от того. От шума всадников и стрелков разбегутся все города. Они уйдут в густые леса и влезут на скалы. Все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя. А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя. Презрели тебя любовники, они ищут души твоей. Ибо я слышу голос как бы женщины в родах, стон, как бы рождающий в первый раз, голос дочери Сиона, она стонет, простирая руки свои: «О, горе мне! Душа моя изнывает пред убийцами».